Гой есть и челом бью, уважаемый. А, давай. Всем привет, ребят. Это я, Артем. И как вы можете догадаться, мы на Unlim 500+. Это 22-й Unlim, 2022 год. Давайте разберемся, кто приехал и на чем приехал. Погнали. Мучить людей мы будем, начиная с Сергея. Привет, Сергей. Привет, привет. Ветеран Unlim. Кстати, у нас в этом году 22-й уже фестиваль. Представляешь, время как бежит? Да, я представляю, только я пропускал некоторые Unlim, но с 10-го года я на Unlim. Да, с 10-го года самая сумасшедшая М3. Ролики еще вот с тех золотых времен, когда еще по дорогам гоняли. Все теперь образумились, гоняемся на треке, но теперь у тебя и другая игрушка в этом году. Что это за автомобиль? Расскажи в двух словах. Ну, это временное решение, то есть я приехал на автомобиле отдохнуть, потому что красная машина, она никуда не уходит в любом случае, она здесь. Есть ряд причин, в том числе с общеизвестной причиной, только не в том ракурсе, что нет запчастей или еще чего-то, но у меня там близкий друг находится, вот, и я ему просто пообещал, что в каком бы состоянии ни была моя машина, она не выйдет, пока он не вернется домой. Привет, брат. Я потом к тебе приду, слушай. Вот. Ну, брат, ну, временно. Да, да, поэтому она готовится, мы смотрим на результаты ребят. Прям начинаешь вспоминать 19-й год с большим теплом, когда ты установил все рекорды, когда все сказали, все, оставь машину в покое. Но мне запретили участвовать на следующий год в том виде, как она была, и сказали сделать каркас. Я долго думал и, в общем, сделал то, что сделал. Но у нас в том году машина очень быстро поехала первые 40 метров, дальше мы не можем ехать. На этой дистанции у нас заканчиваются карданы, привода, то есть наконец-таки мы коробку побороли, и она поехала, и все видели прошлый сезон, что я делал. Ну, то есть каждый заезд она ломалась. Но в Грозном мы снимали трек, и она умудрилась 0.100, 1.78 и 60 футов 1.32. Но я это все, что я смог сделать. 104 км в час закончилась моя гонка, потому что опять пополам распилила редуктор и так далее. Мы рады очень всем этим событиям, вот, потому что самое простое – это купить кардан-привод и поехать. Но в этом году мы ставим коробку от М5 F10. Мы посмотрели, она сильно длиннее и, возможно, спасет нашу машину. И надеемся появиться, потому что, ну, в любом случае, по мощности нет равных нашей машине. Так и не появилось в мире. Их просто нет, этих BMW. А сколько ориентировочно? Ну, у нее по 1400 было в том году гарантировано. На просто моторе или на колесе? На моторе, да. Просто что с этим делать, когда это все заканчивается? Поэтому подождем, наш брат вернется, с удовольствием будем делать. Никакого желания нет участвовать, потому что, ну, все эти события. Что такое это? Это я купил машину полтора года назад, Альпину, увидел с пробегом 62 тысячи километров от одного хозяина. Вот, я не могу насладиться, то есть я езжу 17 тысяч километров, я проехал за этот год. Очень быстрая машина на трассе для 7-го года, машина 8.4, 8.5, 100-200, при условии, что 4.6, 0.100, 8.05, 200, 250, ну, то есть, если вернуться в 7-й год, то это просто какое-то божество. Я вот езжу на пенсионерской машине, на которой просто на автомате ты катишься, пока не нажмешь. Значит, что за мотор? 4.4 компрессор, то есть я никуда не ушел от М3, 4.4 компрессор, 500 сил, ну, собственно, и все. Мне говорят, не езди, это коллекция, не знаю, сколько денег будет стоить потом. Я для себя очень сильно насладился за последний год, решил сюда приехать, раз нет той, участие все равно оплачено, решил приехать на этой. Но все равно обидно, я никогда не ездил на стоковой резине, стандартной, на клею. И прям очень неприятно меня все это удивило здесь, как оно работает. Хочется чего-то соревновательного, и как бы, ну, не получается. Хотя я знал заведомо, что у меня самая медленная машина будет на Unlim. Да. Резина у Сергея просто обычный гражданский полуслик, не для дрэга. А как мы знаем, в РДРЦ у нас подготовленное полотно, оно проклеено. И поэтому с клеем, ну, не дружат просто такие колеса, для этого нужны специальные. Но, слушай, зато ты украшаешь наш фестиваль. Да, мне очень нравится машина. Я вот единственное, что сделал, я поставил тормоза. Между прочим, этот суппорт, это суппорт с действующего Хуракана. Сейчас у меня заканчиваются колодки, и я ставлю керамику хуракановскую колодки. Полный кайф, вот я только думаю, как бы, может быть, подумать над обслуживанием. У нее щуп, я не вижу датчика масла, масла не есть, замена раз в 5000, еще ни разу не попросила. Ключевой момент – это Альпина, что я взял каталог ее. У нее 45 страниц PDF, деталей отличных от BMW. То есть, если у нее что-то сломается вдруг, у нее нет ничего. У нее вроде бы шатунный вкладыш от X5 4.8AS. И все. Ну и кузовные панели некоторые. И в принципе она вот маленькими штрихами, но она очень сильно, если шестерка стоит рядом ее поколения, она очень сильно отличается. Она мне напоминает машину Молнию Маквина, как она вот сложена.
Все, я кайфую просто, я не знаю. Гони, Маккуин! Зрители Анли, мы уже не раз слышали Рамон Перформанс. Вот перед вами, собственно, Рамон. Привет. Расскажи, что в этом году привезли. У нас довольно-таки большой состав, 7 машин на Анлим, из них 6 BMW по традиции. И вот уже переходим немножко на другой, наверное, уровень. Потому что у BMW, к сожалению, суперкаров нет в линейке. Поэтому я считаю, что Mac — это такой продукт интересный, суперсовременный и интересный для тюнинга в том числе. Но уже он у вас не сток, правильно? Да, ну мы в стоке не любим кататься, поэтому у нас сразу... Не по тяжелой, а, так скажем, легкий стейдж 2, раскрытие потенциала. Какие-нибудь задачи на этот Анлим для себя ставил ты? Ну, пробить 300, попробовать улучшить результат Василия, это 9,3 на квотер. Пока мы проехали 9,5, но есть куда двигаться, над чем работать. На какой резине ты? Микки Томпсон. Вот для понимания, да, к примеру, Тойо и Микки Томпсон на этом клею, они очень хорошо цепляют. Мы просто с другим участником сейчас обсуждали, с Сергеем Маганезом, он приехал на Мишлене, на гражданском, и он жалуется, что не получается зацепиться. Ну, на самом деле, гражданская резина, это уже многие знают, на клею работает хуже, чем на обычной дороге. Когда резина соответствующая, Микки Томпсон, например, сразу уже и квотеры из 10 секунд стреляются только так. Я тебе пожелаю удачи в этом заезде. Надеюсь, 9,3 ты расколешь. Будет зависеть от зацепа. Давай, все, удачи. Что за клей такой? Есть какая-то специфика у него? Есть два вида клея. Вот обычный на всю длину. Есть именно для стартовой зоны клей. Он, в принципе, состав что-то вроде канифоли, метанола, и там много разных добавок. Мы как-то пробовали самим сделать такой клей, но все равно мы также на американском клею сейчас. Потому что он, ну, в любую погоду работает так, как нужно. Хорошо. Нам везет с погодой, поэтому стараемся делать все возможное. Также, чтобы сушить трассу, у нас, ну, натирка задняя на тракторе. И мы ей и натираем, и сушим трассу. Так, мы продолжаем допытывать владельца BMW, с нами Валентин. У нас в этом году, да, 22-й Анлим, семерок BMW в позапрошлом кузове очень много. Но это необычные семерки, да? Что это за семерка? Расскажи, пожалуйста. Слушайте, ну это М7 полноприводная, ее вправе можно считать М7, вот у Гоши заднеприводная, это полноприводная. А что, внутрянка от какого автомобиля? Это семерка в кузове F01, здесь получается впуск весь М5, F10. Радиаторы тоже М5 и F10, снизу коробка от F85, от X5 M. Со всех BMW лучших собрали. То есть здесь оно все собрано BMW, то есть здесь нет всяких тюнячек, именно не оригинальных. Здесь, то есть если редуктора, то BMW-шные привода, BMW-шные, то есть радиаторы тоже BMW, то есть все, что есть в каталоге BMW, то есть лучше старались сюда собрать. Это все-таки Анлим, и у нас стоковых-то машин мало. Что у тебя с двигателем? Здесь стейдж 2, то можно и больше, турбины позволяют. Здесь 727 сил, где-то по 900 моментов, топлива больше не хватает. То есть надо либо насос или форсунки что-то, или нет, всего? Нет, здесь надо будет дорабатывать систему высокого давления, я думаю, что мы обойдемся шлифовкой валов. То есть увеличим ход плунжеров ТНВД и, соответственно, топливо добавить. Но нужно или нет, потому что, в принципе, ей и так хватает. По городу она, как бы сказать, едет очень хорошо, потому что это все-таки комфортная машина. То есть, если посмотреть по комплектации, то есть это полный жир, здесь есть все. Какие задачи ставишь перед собой на эти выходные? Или никаких, просто кататься? В этом сезоне, как бы, какая идея? В связи с тем, что мы решили добавить мощность, то есть, скажем так, это мотор уже здесь, ну, не первый, это уже тут эмошный третий мотор, чтобы вы понимали. Потому что другие на стейдже умирают. Все BMW ломучие. То есть были моторы, которые в щепки рассыпались. Начал ездить, начали наваливать, он кулек сорвало, видите, все повырывал. Ой, я, кстати, только заметил, смотри, настоящие боевые шрамы. А так, на самом деле, что могу сказать, что если хотите быструю BMW, надо брать V8. Семерка, на самом деле, очень хорошая машина. Комфортная, классная.
и хорошо управляется. Ну и места много, в конце концов. Да, места много. Я вот могу вам салон просто показать, чтобы вы понимали. Да, это не эти корчины, которые все ездят там. Везде кожа, вентиляция, подогрев, массаж. Даже, то есть алькантара, то есть даже вставки по конфигуратору, я насколько помню, могу ошибаться, это самые дорогие, которые. Да, это ультраэль делакс, здесь музыка топовая. У меня там сзади и мониторы, и шторки, как бы, и сиденья все такие же, электроспамять. То есть. Не лукавил, когда говоришь, что у тебя полный фарш, у тебя все опции, которые были в конфигураторе, в этой BMW есть, по-моему. Признаюсь честно, здесь нет электропривода этого фаркопа, потому что есть под него проводка, нафиг не нужен. Но здесь есть те вещи, которых вообще никогда не бывает. Здесь есть ассистент подруливания, здесь парковочный помощник есть, все есть, и круиз, и радары. Я вам могу о ней рассказывать, наверное, часа два, короче, вы просто устанете. Потому что здесь столько, тут куда ни коснись, везде где-то была моя рука. Тут даже проводка менена. И сюда кинули полностью рестовую проводку. То есть ее разбирали, кроме до кузова весь салон. И здесь полностью рестовая проводка. По сути, что от стоковой-то машины осталось? А, от стоковой машины, короче, кузов. Блин, а что тут от стока-то осталось? Тут, наверное, два подрамника, короче. Мы, знаешь, что тебя попросим? Списком написать доработки, и мы вот на экран вот так вот пустим, и это 3 минуты будет идти. Да, да, да. Я представляю команду Art Invest. Вот. Зовут меня Ткачук Владимир. Ну, немножко занимаемся тюнингом машины. Да. Мы влезли в мотор, влезли в коробку. Ну, соответственно, все эти движущиеся, крутящиеся дела немножко пересмотрели. Мы поменяли воздушный кулер, то есть, понимаете, да? А потом изменили охладитель. Нам нужно немножко холодного воздуха, чтобы машина немножко по-другому ехала. Соответственно, пришлось внести все настройки по топливу, по воздуху, по качеству смесей. В двигателе, конечно, мы, да, произошла замена шатунов, поршневую группу пересмотрели. Ну, все, цепи, зажигание, распредвал заменили, более такой высокооборотистый. И дальнейшее бы, если бы вся логистика бы сейчас хорошо закрылась, дальше бы изменения по маховику, совершенно другие головки. И мы выходим на другой уровень качества работы в предельных режимах. Но было у нас тогда, если помните, 988 на ней, да? 988! Еще один личный рекорд! Чего? Конечно, желание огромное. 8999. Ну, я не говорю, что там до полсекунды или еще что-нибудь. Вот эти соточки хотя бы, если перешагнуть, тогда сразу открывается второе дыхание. Хочется просто опять ее переломать, разобрать, собрать. Ну, что-нибудь придумать интересное. Здесь, например, вот усиление раздатки, надо уже сказать, там. То есть раздатка есть усилена. Здесь добавлен один диск стальной, один фрикционный. Соответственно, получается, она уже держит больше, потому что стоковая уже столько не держит сил, такой момент. А коробка чая? F85, но с доработки. Почему? Потому что у F85 раздатка здоровая, там же выходной вал длинный, а у седанов короткий. И получается, его нужно либо менять, либо переделывать. Сначала мы его переделывали, но мощность большая, слизывать всю переделку, скажем так. В итоге приняли решение взять E75 коробка, вот 70-й взяли выходной вал, но там другие сателлиты. То есть там надо было переделывать корпус, короче, то есть там перефрезеровать. Такая история. Кардан здесь усилил. Здесь изначально был стоковый кардан. Соответственно, от всех этих гонок там крестовина, она, короче, разболталась, появилась вибрация. Поняли, что надо опять-таки брать более мощную. В чем сложность? Да, вот мы буквально за неделю до этой гонки собрали мотор, сложили машину, выехали в четверг на тест, и все, и машину развалили. 11:30 ночи привозим ее домой, стоим и думаем, что делать, через неделю гонка, в четверг надо уже в Москву выезжать, а у нас в четверг вечером машина разложена. В пятницу разложили опять, выходные собрали, понедельник на тест, у нас взлетка там тоже есть. Мы ездим не на клейной трассе, на Mickey Thompson резина, она очень буксует на обычной. Квотер 9,3 и получается 14,5 800 метров. Ну, то есть это более чем достаточно. Со 100 до 200 3,65 у нас где-то. И первая сотка там, ну, чуть больше 2 секунды человек. Так это он буксует. Это есть у ребят видео. Тут он просто стоит на асфальте всеми четырьмя и попиливает. Знаешь, такой, как курьерский поезд. Знаешь, зацепился и поехал. Я же говорю, надо сейчас вот в сетку войти, чтобы 15 и ближе, а дальше уже будет, ну, на все деньги. Ну, короче, такое хулиганство по полной будет. Про радиаторы могу рассказать. Здесь получается, когда мы выкинули динамик драйв,
Ну вот все это, динамик драйв, я думаю, все представят, что такое, да, эти активные стабилизаторы с электрейкой. Появилось место в радиаторе. И, соответственно, поставили кассету, здесь самый первый радиатор от F90 от M5. Вот, коробка охлаждается здесь только воздухом, то есть стоит радиатор, термостат, я не знаю. Но опять-таки это мной стырено Альпины, то есть так делает Альпина. То есть с завода всегда идет теплообменник, то есть коробка охлаждается антифризом. А здесь получается, что у тебя как бы отдельный контур, отдельный термостат, поэтому коробка не греется. Скажи, пожалуйста, ты по результатам, по цифрам на что-то ориентируешься для себя? Нет, на самом деле, скажу так, я не на милю больше ориентируюсь, а там 0-100-100-200. У нас обычно стабильно едет 3.6-0-100 и где-то в районе там 7.2-7.1, где-то 100-200. Здесь где-то получается там 7.5 и там 3.8. А на самом деле, если составить стоковую прошивку, она будет ехать в районе 4 секунд и в районе 10. То есть 9.5-10-100-200. Мы планировали привезти две машины. Угу. Вот это, как я говорю, что городская. Она полностью городская. Единственное, она с салоном, все, кондиционер даже работает. То есть все чётенько. Калькантары обшиты, городской автомобиль. А машина на боевом ходу, все, просто не получилось сейчас привезти две машины. И с той нам немножко проще бодаться, мы с ней дольше работаем. Кстати, сложнее, пока вот пытаемся дружить. Тяжело в дружбу уходит реально. Серьезно. Вот. И вот приходится так вот с ней как-то по-хорошему. Ну давай, поехали. Ну все нормально будет. А то мы такие резко вылетаем на взлет. Она не поедет. И грузим на лафет. И все, и поехали домой. Кстати, про колеса могу вам сказать. Это вот не китайское говно, которое у всех. Это оригинальная ковка 343 стиль. Причем могу всем рассказать, мало кто знает. Вот так вот просто ты не можешь поставить ни М5, ни М6 колеса. То есть я из идеи стырил в F90. То есть если посмотреть внимательно, здесь полный привод. Вот спереди, видите, резина 265-35, и диск, причем здесь стоит передний от М6. А задняя резина 275-35, то есть, по идее, они не должны работать. Но из-за того, что сзади диск 10G, он резину растягивает. Да, и в итоге получается одинаковый конфигуратор, да, ее не кидает, соответственно, как бы рулится хорошо. И получается это все оригинальные кованые диски, то есть достаточно легкие. Ребят, со мной Алексей Сагал, ветеран уже дрэга и в РДРЦ, и на Unlimited постоянно. Расскажи, какие у тебя планы на эти выходные вообще? На эти выходные хотелось бы, конечно, победить на Unlimited. Ну, скромно так. Да, ну, сейчас пока едем слишком быстро, чем можно, разрешают 15 секунд, мы с брейкаутом едем. Для зрителей, которые не понимают, брейкаут – это значит, что автомобиль выезжает быстрее допущенных секунд, быстрее 15 ты выезжаешь, да? Хорошо получилось зацепиться, ну, сейчас надо найти оптимальное решение. Чтобы проехать 15.001, да, реакцию хорошую показать и зафиксировать хорошее место в квалификации. Алексей у нас выступает в двух классах. Это, во-первых, 911 в классе спорткар АВД, то есть это 911 с уровнем доработок Stage 2 от Гоши. А второй автомобиль у тебя какой вдалеке стоит? Расскажи. Там представлен Porsche Cayenne Turbo GT. Ну, он, правда, стоковый, пока не можем его разлочить. Не дают? Да. Паршивцы? Паршивцы не дают, с мозгами не можем справиться. Вот, поэтому поедем в сток-классе, но покажем. Постараемся показать хороший результат. Я тебе так скажу, для класса, наоборот, это же очень интересный автомобиль, потому что это, по заявлениям производителя, самый быстрый SUV. И, по идее, завтра приедет Урус, и у вас будет как раз, может быть, даже очная битва. Еще X5M у нас добавился туда как раз. X5M, ну, не в обиду, X5M, конечно, немножко другого. Это 2000-сильный Уракан, все заводится, не переживайте. Как тебе вообще атмосфера на сегодняшнем Алиме? Да все довольно атмосферно, хорошо. Единственное, чуть поздновато начали, но ничего, успеем. Отдыхать будешь или только гоняешь? Нет, только гоняем, без остановки сразу, перепрыгиваем туда-туда. У него один автомобиль стоит на старте, второй автомобиль встает в очередь. Он на одном проехал, быстро перепрыгнул на другой, и так по кругу целый день, как белка в колесе. Удачных покатушек. Спасибо. Тебе. Надеюсь, получится у тебя 15.001 заветный проехать. Спасибо. Привет, Егор. Привет, Акан. Недавно мы только с тобой встречались, и вот уже Unlim тут. В первую очередь я должен признаться, я не все машины привез, которые я тебе обещал.
что случилось? Дом мы не собрали. Четыре. Да ладно, ну слушай, еще целый сезон впереди. Согласен. Главное, наш Спартак тут. Расскажи, какие ожидания? Сейчас она поедет на Бустофе. 8-9 она едет у нас одинаково на давлении 0,6. Это только прикаточные проезды. Дальше потихоньку будем поднимать буст. Ну и планы по этому году низкие 8 и, соответственно, из 8. У людей, видите, какие скромные разговоры. Говорят, 8,9 у нас прикаточный заезд. Слушай, я тебе могу отдельно выглядеть, я вчера на ней катался. И так как? Что я два раза проехал, 8,9 с разбросом, типа, 20 тысяч. Слушай, у вас там была огромная история, что машина настолько мощная, да, для рамок, скажем так, фестиваля, что вы сейчас будете ездить только на квотер, правильно? Можно видеть, что она на гоночных колесах, соответственно, на маленьких тормозах, и ей плюс-минус хватает второй половины полмили, чтобы на парашютах оттормозиться. А вчера, когда я ездил на синем, кстати, ну, на 911 турбаке мы выехали из, ну, мягко говоря, предыдущего рекорда, 923 у нас теперь турбак едет. И даже на нем уже страшно тормозить. То есть здесь я в какой-то момент там на организаторов немного батон крошил, но когда ты на 300 выбегаешь, вот 300 это уже предел. 310 уже страшно, а дальше уже нельзя. Поэтому машины, которые едут, ну, имеют выбег там больше 320, им точно делать здесь нечего. Пока асфальт не поменяют, нельзя. Опасно. А какой у нее на квотере скорость выхода? 260. Пока. Да, за 300 мы на квотере, ну, планируем ее выпустить. Гипотетически, если бы этот автомобиль в вакууме ускорялся бы ускорялся, я думаю, они на выходе там 450 плюс бы ехали. На полмили 450, я не знаю, чтобы дорожная машина пробивала. Ну сколько бы вы за полмили бы ехали? 350, я думаю, 380. 380-400. Скромные 400 километров ехала бы эта лампа. Просто каждые следующие 10 это X2 к опасности. Вы уже видели эту лампу не раз, посмотрите, насколько серьезный уровень безопасности. 6 точек, специальный алюминиевый ковш, который увеличенной жесткости. То есть это дрэговый ковш, не такой, как обычный. И, соответственно, каркас, сетки слева-справа, Ханс. И сама по себе машина достаточно хорошо спроектирована. Для непосвященного зрителя, вот сейчас машину засыпают лед. Расскажи, что... В ней нет теплообменников. Воздух, который турбина нагревает, охлаждается через интеркулер. А вот вода в интеркулер холодная поступает из специального бака. Делается это, чтобы уменьшить лобовое сопротивление у машины. На старт у тебя там лед, на выходе с дистанции у тебя там теплая водичка. Это укорачивает магистрали, чуть-чуть облегчает машину. Но самое главное, это лобовое сопротивление снижает и мотор лучше охлаждается. Перед тем, как я тебя отпущу, как раз хотел спросить про 911. Помните тот самый синий 911? Сколько там? 870 ланчей? Как уже 1000. Дело. Все уже отлично. 9.123. Сейчас это самый быстрый турбак в этом кузове. А вчера буквально по всем чатикам рассылались. Рекорд поставили ребята. Спасибо. Поздравляю вас официально, скажем так, от лица канала. Есть аппетит сегодня еще попытаться что-нибудь? Я тебе в прошлый раз рассказывал задачи на этой машине из 9 и из 300. Соответственно, из 300 мы не добрали чуть-чуть. 298 я на нем вчера проехал. Вот нам придется поработать. То есть здесь нужно идеальное сочетание зацепа, солнышка и прохладного воздуха. Мы когда были у вас в гостях, я вспоминал Васю Куденко, который мучился с его AMG GTR, тоже пытался 300 расколоть. И я тебе так скажу, ты говоришь, чуть-чуть не хватило 2 км в час. Василию удалось пробить эти 2 км в час, буквально он заездов 10 делал. Так что у вас путь хоть и маленький, но по правде очень долгий предстоит. Мы все знаем, что каждый следующий сложнее. Удачи вам, спасибо. Удачи сегодня. Пока все гоняются, давайте немножко пару слов скажу о правилах, как люди попали в сетку. Ну, во-первых, напомню, у нас в Анлиме очень много классов, потому что автомобили с разными видами привода, у них разная мощность, разный уровень доработки. Что у нас есть? У нас есть стоковые подклассы, это, например, Supercars RVD, AVD, то есть полный задний привод. В этом году мы добавили GT1, это стоковые спорт-седаны, скажем так, четырехдверные автомобили вроде M5 или E63. И также у нас есть эксклюзивы. Эксклюзивы также мы можем разделить на AVD и RVD. Эксклюзив — это либо редкие автомобили, которые в России мало очень представлены, либо наоборот необычные автомобили, которые не вписываются ни под какой другой класс. И у нас еще есть SUV, то есть это стоковые кроссоверы. Ну, например, там Cayenne Turbo GT, Lamborghini Urus, ну, такие скромные автомобили. Естественно, есть супер SUV в этом году мы ввели, потому что очень много участников на кроссоверах. Это SUV с уровнем доработок Stage
2. И супер спорт SUV, это SUV с неограниченным уровнем доработок. И здесь в этом году у нас была супер новость, это безусловно герой Анлима, Audi Rescue 3, которая ездит квотер за 9,6 секунд. Следом, конечно, 900 сил против 750, примерно 700 плюс, скажем так, дает о себе знать. Николай Тюрик, 9,684! 9,684! Коля, мне кажется, если сейчас узнает результат этого заезда, будет прыгать просто от счастья выше небес. Какие есть тюнингованные классы? Ну, во-первых, это Sport Cars AVD, RVD и теперь еще GT2. Я думаю, уже догадались по аналогии, что это значит. Это Stage 2 уровень доработок. Чип, выхлоп, пуск, не более. С двигателями, с турбинами мы ничего не делаем. Ну и, наконец, самые быстрые – это Super Sport AVD и Super Sport RVD. Это автомобили, которые гоняются без ограничений по доработкам, но с этого года у нас есть ограничения по времени. Так называемый breakout. Автомобили не могут ехать быстрее 15 секунд полмили. Это было сделано в целях безопасности. Кто следит за Анлимом, знает, что в прошлом году было страшнючее ДТП, когда вылетел ГТР на скорости 350 км в час. Каким-то чудом, слава богу, система безопасности никто не пострадал, но жизни намного важнее, поэтому ограничение в этом году по Анлиму по времени – это 15 секунд чистого времени. Сейчас у участников на супербыстрых автомобилях их основная задача – проехать как можно ближе к 15 секундам. То есть 15.001 – это оптимальный результат, но если ты выезжаешь быстрее 15 секунд, то это брейкаут, то есть результат не засчитывается. Если вы едете быстрее 14,5 секунд, это вообще дисквалификация. К сожалению, так произошло с Беззубиком, поэтому Беззубик выбыл из борьбы досрочно, а слишком быстро они поехали. Как мне сказал пилот, он сам не ожидал, что машина настолько хорошо зацепится. Ну, что есть, то есть. Ну, а дальше по дистанции, конечно же, лампа уезжает. Что абсолютно логично. И Руслан Арефьев перестарался. Перестарался серьезно. 9,2. Четверть мили, 14,3 на 1,2. Итак, мы разобрались с классами. Что происходит дальше? Полтора дня у нас идет квалификация. Каждый катается с кем угодно и сколько угодно. Задача у пилота две. Он, во-первых, должен попытаться выбраться из класса, то есть внутри класса быть самым первым, и тогда он получит кубок внутри класса. Определяется здесь результат по грязному времени, то есть нужно как можно быстрее стартануть со светофора, учитывается также время реакции. К примеру, вы можете проехать за 15 секунд, но вы проспали старт и стартовали секунду. Итоговый результат будет 16 секунд. В то время другой автомобиль пройдет медленнее, но реакция будет намного лучше, и этот автомобиль станет победителем. Помимо гонки внутри класса, у каждого пилота есть возможность попасть в абсолютную сетку. Это значит, что мы берем 16 самых быстрых автомобилей, неважно из какого класса. И если ваш результат в топ-16, вы участвуете уже в финальной сетке по грязному времени. Это настоящая гонка на вылет. Ну и последнее. Пару лет уже, как мы ввели сетку внутри стоковых автомобилей. Дело в том, что Алим это прежде всего фестиваль. И мы хотим видеть редкие автомобили вроде SF90, Aventador'ов у нас среди участников. А им тоже хочется побеждать. И мы сделали так, что все стоковые подклассы, они соревнуются в отдельной сетке друг с другом. И они соревнуются с гандикапом. То есть, к примеру, у нас есть SUV Turbo GT Cayenne, который, к примеру, проехал за 18 секунд. И есть сумасшедший SF90, который проехал, к примеру, за 16,5. Так вот, SF90 уже внутри сетки в финале, он будет стартовать на 1,5 секунды позже, что приведет к тому, что к финишу они приходят нос к носу, и победителем будет тот, кто пересечет финишную линию первым. Вот такие вот очень замудренные правила на первый взгляд, но если разобраться и погрузиться, становится очень интересно. Сейчас правила. По правде, очень замудренные правила, я согласен, но это фестиваль, и все хотят кубки. Взрослые мужики говорят, я хочу на первом месте быть, поэтому мы хотим, чтобы все участники были довольны. У нас есть и реальное соревнование внутри абсолюта, внутри стоковой сетки, но при этом у каждого есть возможность так или иначе проявить себя. А у нас снова SF90 по левой дорожке. Да, Илюх, расскажи, как зацепился вроде сейчас в этом заезде? Слушай, первый раз лучше зацепился, но проспал спар, что-то отсвечивал светофор, реально солнышко было, ага. не понял. Вот, второй раз нормально стартанул, там реакция меньше 0,2, но машина что-то хуже поехала, не знаю почему. Вообще не планировал сегодня здесь быть, но рад, что успел. Последний раз прокатился, ну, два раза всего, но два раза, знаете. Ты видел результат?
Да, видел, но первый раз, по-моему, лучше было, чем второй, нет? Я не помню первый, но этот просто 15 там будет с копеечкой. Серьезно? Ну да, да, да. И, ну, тут, ох, чуть-чуть там влево поведет, теперь чуть вправо, что-то как-то стабильности как будто бы не хватает Феррари. По какой-то причине. А вот на асфальте, на сухом, конечно, но не на сухом, если она без клея, на асфальте все окей. Мы видим, что у Ильи этот заезд хуже, чем первый. В первом было из 10, 9,9 четверть мили. На 1,2 15,451 тысячная и 286 километров в час. Что касается меня, я в этом году больше занимаюсь организацией просто для красоты, чтобы люди посмотрели на автомобили. Мне удалось проехать пару раз на Феррари Рома. Я впервые вообще в ней пробовал как-то в соревновательном режиме ехать. Узнал, что у нее очень долгий лаунч-контроль. То есть я на желтый сигнал светофором отпускаю педаль тормоза. К примеру, на Макларене, когда ты так делал, время реакции было в районе 0,3 секунд. То есть автомобиль все равно долго реагировал, но при этом ты вроде бы неплохо стартовал. Для профессионального драга это очень медленная скорость реакции, для фестиваля это неплохо. Так вот, у Феррари Рома ты отпускаешь педаль тормоза на желтый свет, и она стартует с задержкой в 0,7 секунд. И время реакции у Артемия не самое лучшее, так давайте это называть, 757 тысячных. Пересекает финишную черту Сергей Никитин, пересекает финишную черту Артемий. 11,5 на четверть мили, 17,7 пока что. Я буквально пару раз проехал, решил не мучить автомобиль. Ну и также я прокатился на Lamborghini Urus Юрия Милаева, потому что он хотел очень показать всем свой красивый фиолетовый Урус. Автомобиль на зимней резине, там сзади были детские сиденья. Ну что, едет очень прикольно, просто подъехал, спорт-режим, тормоз, газ. Но из-за зимней резины, к сожалению, у меня получилось хорошее время реакции показать, 0,2. Но машина просто трекшеном задушила сама себя, и в итоге результаты какие есть. Я, собственно, в этом году даже не пытался как-то участвовать. Машины не конкурентоспособные. У меня, например, в классе Ferrari Roma 2 F8 на сликах были, а в классе SUV, вы можете сами догадаться, на зимней резине особенно не погонять. Возвращаемся на трассу. У нас уже выстроилась очередь финальной сетки. И готов я вам озвучить, кстати говоря, участников ее. Рамон Бусто на Макларене. Это Александр Лобачев на 911-м 992. Ну и давайте смотреть на сетку заездов. Unlim 500+. И зеленый сигнал. Лучше реагирует на светофор Александр Лобачев. Причем заметно лучше на 0,4. И сейчас задача Рамона, во-первых, обогнать Александра Лобачева, во-вторых, при этом не выскочить за предел 15 секунд. И не получается это у Рамона, но и без этого на самом деле Александр Лобачев был впереди. 15,1 по чистому времени, 15,4 по грязному. Так, Саш, ну поздравляю, у тебя сейчас был мега заезд. Да. Опыт, как всегда, хладнокровие победило. Ты гонялся с Рамоном на McLaren Stage 2. Что я видел? Он первый выехал на пристейче, соответственно, на стейдж. То есть ты был в роли догоняющего. Ты не сильно раздулся, но ты правильно быстро среагировал. Уехал от него, и Рамон настолько пытался себя догнать, что в итоге он улетел в брейкаут. Это было со стороны. Расскажи, как пилот. Нет, по факту сейчас проблема, что у него была выбор дорожки. Справа видно светофор, а слева не видно. Ну, желтые сигналы. Ну, как бы я смотрел уже, думаю, а по зеленому поздно ехать. Потом думаю, а почему бы мне по его не смотреть, светофоры, они сами одинаковые. Поехал по его, у меня же проблема, что я еду намного быстрее, и вот я без ланча, без ничего. То есть проблем в длину мне его объехать нету. А если как бы стартовать мощно, то тогда будет брейкаут. Я же даже на стабилизации еду, чтобы вот из 15 не выскакивать. Он еще так у меня спрятался за крылом, я не мог понять, он поехал, не поехал. Я уже к концу вот так вот вывернулся. И есть же, ну, такой некий прикол, Рамон ставил, поэтому я специально, когда уже увидел, что объехал, на финише дал тормоза. Но это такой добрый троллинг, ничего там обидного ни для кого, но... Слушай, у тебя впереди полуфинал и финал. Да. И у нас, как раньше была толпа ГТРов, сейчас толпа 901. Да-да-да, все 901. Ну, синяк, надеюсь, покажет свое. Но будем стараться, главное, давай, за Влада отомстил. Удачи. У нас сетка в абсолюте подходит к полуфиналам, и у нас
4 полуфиналиста, как вы можете догадаться, но состав очень интересный. Вместо ГТРов у нас теперь демагогия Porsche. У нас будет 3 Porsche и одна, чтобы вы думали, RS3. Что касается Porsche, у нас уже точно серый Porsche, который от Гоши Турботек, он уже в полуфинале. Также у нас в полуфинале синий Porsche из левого. Что же касается третьего полуфиналиста, который не RS3, это либо будет Евгений Юмаев на Porsche в кузове 991 ВАК плюс контора, либо Алексей Сагал, оранжевый 992 кузов. Смотрим. На стейдже Евгений Юмаев, на стейдже Алексей Сагал. И очень сильно проспал Евгений Юмаев. Ориентировался, судя по всему, он потому, когда отправится в заезд Алексей Сагал. И сейчас будет пытаться догнать. Но не так-то это просто. Алексею Сагалу тоже, я думаю, что нелегко. По чистому времени, кстати говоря, одинаково сейчас практически проехали участники этого заезда. Но вот эти 0,3 на старте, они же, собственно говоря, и остались на финише. Сергей, в полуфинале? В полуфинале. Среди 3 Поршей затесалась RS3? Да, бывает и такое. Что, как ощущения? Ощущения, конечно, прикольные, потому что это 3 стабильные машины, причем мега стабильные. Мы в данном случае сегодня едем стабильно только 100-200, 200-250. Скорость-то выхода у нас почти одинаковая, у меня тоже 290, но нет зацепа, потому что мы единственные на гражданской резине. Ну, посмотрим, но все равно считаю, что это достижение. Машина стабильно доехала до полуфинала. Безусловно. У нас RS3, что вы понимали, если мы берем абсолют сетку, обогнала и Ferrari, и McLaren, и Super SRT, и она в финале с тюнячными 911-ми. Ну что, да, малышка даст жару? Ну, зацеп жару не даст, малышка-то даст. Не, конечно, поедем, что делать. Я слышал, многие жалуются, что отражение очень сильное, светофор плохо видно. Светофор вообще не видно. Да наугад, наугад, едем наугад. И 3.8 оппозитный шестицилиндровый мотор у Марии. Посмотрите, Мария, какая какое шикарное время реакции демонстрирует. 185 тысячных против 476 тысячных у Сергея Костюнина. Самое главное сейчас в машине перестараться. И она смогла. Маш, ну давай! Праздничные слова. Ура! Ты же дебютантка и сразу же вот на подиуме. Как-то так получилось. И вот они, участники финальных заездов. Александр Лобачев, Porsche 911 Turbo S, Level Performance, Stage 3. Мировой рекордсмен на четверть мили. Мощность 950 сил. И Porsche 911 Turbo S в кузове 992. Stage 2 от Гоши Турботех. GTT 800. 800 сил. И сейчас, несмотря на то, что техническое превосходство, конечно же, на стороне Александра Лобачева, ограничение 15 секунд очень и очень сильно помогает Алексею Сагалу. На пристейдже, на стейдже уже Алексей Сагал. Ждем на стейдже Александра Лобачева. Вот и он стартует автомобиль. Время реакции лучше у Александра Лобачева. Срываются с места автомобили, вырывается вперед Алексей Сагал. И кто же окажется в итоге победителем в этой паре? Есть возможность у Александра Лобачева догнать и опередить. Техническое, но нет! Алексей Сагал одерживает победу. 15.06, чистое время, 9.495, 280 км в час. И команда Гоша Турботех одерживает победу в абсолюте Unlim 2022 Level Performance. На втором месте заканчивают эту гонку. И вот они эмоции, да, вот они яркие эмоции болельщиков команды Гоша Турботех. Все просто, кто-то в шоке, кто-то радуется, кто-то прыгает, кто-то бегает. Че, Лех, поздравляю тебя, победитель Анлима. Заезд по цифрам практически идеальный, 15.060. Расскажи впечатления свои. Не, ну впечатления, конечно, фантастические. Заезд получился действительно близкий к идеальному. Реакцию свою еще, честно, не видел, не знаю. В целом, неплохая, хорошая, стабильная реакция. А сам заезд тебя Саша прям нагонял? У него да, машина... Саша догонял, у него машина, конечно, мощнее. Вот. Было переживание за брейкаут, вот. Но видя то, как Саша сильно быстро ко мне приближается, понял, что вариантов нет, надо ехать до конца. И у тебя прям идеально почти. Да, получилось идеально. Все звезды сошлись, все прекрасно. Супер, поздравляю, очень рад за тебя. Супер заезд.
Саш, ну что ж, не первое место, но второе место, подиум, поздравляю. Слушай, ну никак мне не поддается Анлим. То дожди, то еще что-то. Оправдывать бессмысл. Леха молодец, огромный красавец. То есть, ну, он реально ехал вот все выходные, вот прям на 100%. Он как и 911, да, как да, автомат. Он отработал просто идеально. Мне-то оттуда было виднее. Я видел, что чуть-чуть не добираю. Но как бы было понятно, что скорее всего проиграл. Но потом открыл уже, посмотрел, да, видно, что проигрыш. С учетом, как бы, что на таких костылях доехать до второго места сетки Анлима. Расскажи, слушайте, а что за костыли? А потому что машина едет намного быстрее. То есть, если вот сейчас встать и поехать в обычном заезде, ну, без ограничений, ну, нету конкурентов, то есть, еду ото всех. А получается, что мне надо ехать в спорте, я без ланча еду с пробуксовкой. Ну, и сейчас вот, даже выиграв по реакции, вот чуть-чуть забуксовался. И уже дальше мощности не хватило добрать по трассе. Вот прям, ну, опять же, чуть-чуть. Слушай, это фестиваль, это спорт бывает. Анлим не заканчивается. В любом случае, поздравляйте со вторым местом. Спасибо. Леша, давай тоже поздравим. Большой молодец. Да, Леха. Ну, а в итоге победили Porsche, получается, у нас в Анлиме. Мы начинаем награждение Анлим 500+ 2022. Супер SUV. Победитель Николай Дюрик, Audi RS Q3. Николая мы не могли поймать все выходные, потому что Николай с утра до ночи гонял на RS Q3, которая стабильно ехала из 10, более того, она ехала 9,6. Заслуженное первое место в классе Супер SUV. Все, кто понимает, они все в восторге от твоей машины. Поделись, пожалуйста. Хочу сказать большое спасибо Андрею Голуне. Он таки заставил, он угрожал мне. Стоят Дорн поставить его колеса от его боевой машины. Благодаря его колесам как раз удалось зацепиться, да, и показать результат. Также хочу сказать спасибо коллегам из магазина «Тюнер», коллегам из мастерской, коллегам из RPC. Это большой проект, это большая работа всех нас. И результат, который, боюсь, и радует, что не побьют в ближайшее время в мире. Поздравляю тебя еще раз. Супер, машина просто, это бомба этого Анлима. Класс сток, вернее сетка сток по гандикапу, которая у нас ездила. И здесь результаты следующие. Первое место. Руслан Арефьев, Audi R8 V10+, Гоша Турботек. Наконец-то я поймал победитель в классе сток. Руслан, поздравляю. Спасибо. Давай сначала обсудим конкретно твою личную победу. R8, казалось бы, едет против сумасшедшего Мака, про которого все поют песни, а R8-то победила. Расскажи впечатление. На самом деле эмоций масса. И очень приятно прям на первых же соревнованиях взять первое место и ощутить просто огромный прилив эмоций. Это сложно передать. Чем мне драка всегда и нравится, что ты в каждом заезде выигрываешь, но когда ты выигрываешь заезд заездов, это просто непередаваемо. Да, причем там заезд, я как понимаю, просто реакция космическая получилась для гражданского автомобиля. Как, наугад нажимал чуть-чуть или... Честно скажу, первый раз за 2 дня увидел светофор. Очень сильный закат был, светило прямо на светофор. Режим работы светофора вечером позволил повысить уровень реакции, скажем так. Одно дело побеждать самому, другое дело, когда побеждает твоя дочь. Маша, дочка Руслана, в этом году дебютировала на Алиме. Да. И ого-го как. Расскажи для зрителей, какое она место заняла скромно так? Пока третье. Пока третье место. И не в абы в каком классе просто, а в абсолюте. То есть среди всех участников Анлима Мария третье место. Скажи, спасибо. Каково это, когда дочь уже побеждает? Ну, гордость, когда человек, который вот рядом с тобой бегал там пешком под стол, и тут прям еще выросла как... и победила. Слушай, скажи честно, будет у вас сочный заезд? Будешь приотпускать педаль или до конца? Нет, зачем? Ну, правда, мы можем встретиться только если в гандикапе, потому что все остальные классы мы не пересекаемся. Никаких поблажек? Нет. Для дочки? Нет. Ой, нет. Маша, едь до конца. Поздравляю еще раз. Спасибо. Поздравляю. На этом Анлим 500+ 2022 завершен. Все, всем спасибо.